Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 4 октября. В этот день, в 1890 году, в Гродно родился Владимир Николаевич Беклемишев. Советский зоолог, действительный член Академии медицинских наук Советского Союза, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат двух сталинских премий. Он окончил Гродненскую классическую гимназию, где был первым учеником. В Петербургском университете Владимир Беклемишев специализируется на зоологии беспозвоночных, а по окончании университета в 1913 году становится одним из лучших в мире специалистов в этой области. В Советском Союзе благодаря Владимиру Беклемишеву практически было покончено с малярией. А в нашем городе он жил на улице Островского, в доме, который на сегодняшний день не сохранился. 4 октября 1903 года гродненский губернатор Михаил Осаргин утвердил проект строительства цирка итальянских артистов «Братьев Феррони» на акцизной площади города Гродно. Проект цирка подготовил гродненский инженер Вильгельм Сорока. Феррони – известная цирковая династия. Ее основал сын потомственного итальянского канатоходца Дионисия Феррони. В 1878 году он приехал в Россию, выступал в московском цирке «Гинне», других российских цирках, где исполнял прыжки, сальто-мортале и танцы на канате. С 1885 года он организовал свой семейный цирк, где его жена Матильда была танцовщицей на канате, наездницей и по совместительству директором цирка. В цирке Феррони выступали также их сыновья Ареста, Константин, Америго, Орацио и Натали. А здание цирка в Гродно построили двое из братьев Феррони – Орацио и Натали. А в 1987 году, 4 октября, на реконструированной площади Ленина в городе Гродно был установлен памятник Владимиру Ильичу. В 11 часов по этому поводу собрался многолюдный митинг. За послевоенный период это был третий по счету памятник вождю мирового пролетариата. Высота бронзовой скульптуры составила 5 метров, а вместе с гранитным пьедесталом – 11 метров. Памятник был создан народным художником БССР, героем социалистического труда Заиром Азгуром.